Да чего ж, цвет красивый у розочки. И она настолько плотно скручена. Очень хорошая. Это новая роза в моем саду. Вот тут еще бутончик зреет. И еще. И вот еще будут бутончики. Это вообще моя любимая красотка. Чайно-гибридная. Роз Гожар называется. У всех, которые красные, пересорт. Потому что они изначально красные быть не должны. Это все, что я в новом заказе себе получила из Ростовской области. Магазин «Роза Сад» через Дефис. Все 23 розы оказались одинаково красные. Очень красивые. Самое главное, что и чайно-гибридные. И вот даже флорибунда. Нина Вейбул. Может быть, это она и будет. Но у меня впечатление, что все они одинаковые. Какие красивые розочки. Ну вот у этой на самом деле немножко по-другому сложены листочки. Они вот такие вот угловатые. Может быть, это не такая будет. Что тут у нас значится? Она значится как Black Baccara. Ну, конечно, Black Baccara. Она должна быть темно-бордовая. Вот, может быть, вот такого цвета. Да? Но это из одного же куста идет. Она получается вот слишком уж алая. Black Baccara темнее. Еще будет какая-то розочка красная, опять же, тоже. А вот это вот оранжевая, но это из магазина Ашан. Совсем другая. Посмотрим.